Здравствуйте! Вот сегодня у меня такой праздник. Я напекла себе различных пирожков. Это у меня пирожки с изюмом. С изюмом пирожки. Здесь у меня зеленью с луком. А здесь с помидорами. Вот такие с помидорами. Вот такие малышки у меня. Ох, кто и жак им. Затуманивается аппарат мой. Так что вот такой у меня сегодня праздник. Для себя устроен. Сыром еще я напекла. И теперь вот такие пирожки-малышки будут кушаться у меня, кушаться. Вот так вот. Кулинария. Тесто я делаю. Значит, 0,5 литра молока. Пачка дрожжей сухих кладу. Так, что мы еще туда кладем? Яичко. Геркулеса. Потом круто замешиваем маслица подсолнечного. И так замешивается, что от ручек все отстает. Классно отстает от ручек. И ставлю в холодильник. Буквально за час подходит и начинает выпекать. Ну вот, которые из духовки эти, они такие по суше, я тоже люблю их. А это очень мягкие, на сковородочке. Двух сторон обжарила, и все. Так что вот. Не ленитесь, сделайте себе пирожки. И будет у вас рай пирожков. Рай пирожков. Так что придумать начинку любую можно, какая по вкусу. И все будет замечательно. На этом все. Заканчиваю. Пока-пока. Жду на моем канале. Поддерживайте мои пирожки. И всего вам доброго. All the best.